спорт. Ведь это больше, чем игра. Это наша реальность. Где пара букв имеет смысл? Где мираж — это хедшоты, фраги и две минуты борьбы, а уже потом иллюзия? Где персонажами управляют герои? GGBet. This is real. Итак, дорогие друзья, вторая карта. One Win против Trick Esports. Студия Майнкрафт, Бульбазавр у микрофона. Продолжаем с вами наблюдать. Кто из этих двух команд сможет что-то сделать? Сможет показать нам нечто интересное на Vertigo, потому что вчера у нас была очень интересная Vertigo в противостоянии Entropic против Sprout с тремя допами. Сегодня, возможно, эти команды покажут нам нечто же подобное, либо, возможно, тут будет все более прозаично. Посмотрим. Для тех, кто только подключился, ванвины у нас выиграли первую карту, причем ну, достаточно уверенно, будем честны. 12-3 первая половина. Дальше на второй было чуть-чуть посложнее, но в итоге все равно закрыли в свою пользу. Сейчас же они на своем пике. То есть они закрыли пик оппонента, причем достаточно уверенно на своем пике. Я думаю, ребята могут показать что-то более интересное. Квест остается один против двоих. То есть КП, даже будучи с беретами, здесь уже это не выигрывается. 1-0. Просто одной обоймой вместе с Волипопом хоронит весь коллектив Trick Esports. Божечки-кошечки, что творится? Что творится в этой Best of 3? Я даже не знаю. Ванвины второй раунд подряд берут. Сейчас, наконец-то, в Trick Esports будут ганы. Надеюсь, что повторения прошлого раунда не будет. Они прям не побегут в одно место уже. Ганы есть, есть какая-то, какая-никакая раскидочка. С ней уже стоит что-то придумывать более интересное. Пойми, вылетает центр под флешку. Как никого не видит. Пролетает просто. Так, Пойми забрал только один килл, а Гловин даже ничего не может сделать. Кир забирает дека, Трэви забирает Кира. Снова в канале, снова какой-то кипиш по всем фронтам. Непонятно, что происходит. Вот честно, там Флейми как-то вот пролетал, ничего не чекая, нормально, просто залетел там в окно и давай там стрелять. Гловин, конечно, был на прикрытии, но он ничего не смог по итогу сделать. Трэвис заходит, смог, сейчас там 2 человека, и 2 человека слишком много для него. Волипоп успевает нормальным таким спреем забрать 2 килла, но в итоге на третьего уже и перевестись было трудно, и времени не оставалось, поэтому счет 2-1, Trick Esports крайне быстро возвращается в этот матч. Квест. Не знаю, что пытался здесь сделать айсберг, просто погиб. В итоге дека забирает его вместе с Говингом. Также проходит дальше, забирает еще и Прайма. Остается всего лишь 3 игрока защиты. И все они были на Б-планете, только сейчас подтягиваются под А. А выхода-то туда нет еще? А выхода-то еще нет на А-плент? Возможно, это будет выход на Б. Говинг забирает еще и Кира. Просто машина идет вперед. Квест там что-то чекал под лестницей, в итоге его просто в спину застрелили. Ну и Лаки, последняя живая душа. 3-1. Ну,
есть ощущение, что у Tricked Esports будут большие проблемы на этой карте. Если для них все так начинается, то что будет дальше, я даже боюсь представить. А они начинают в защите, я напомню. Решили укрепить рампу, пойти просто в пятером, что ли, пушить? Да, да, просто идут рампу пушить в пятером. Воин здесь поджидает, минус один, минус два, на третьем уже не хватает патронов. Дека успевает забрать еще и прайма, но в итоге 2 кила плюс 2 девайса. Правда, Волипопу на это все по барабану. С высокой колокольни. 4-1. Но даже так, в принципе, если так посмотреть, 2 девайса взяли. То есть, ну, 2 кила плюс выбили 2 девайса. Это очень неплохой результат для экономического раунда. Поэтому Tricked Esports генерать молодцы. Правда, повлияет ли это на исход в целом? Потому что по деньгам, если так посмотреть, у Вангина все супер. Прям очень хорошо. Квест по стрелам собирает еще и Трэвис каким-то образом. Сбрасывается всем, чем только можно. Полетели флешки. Квест запрыгивает у нас тут на мишу. И возможно увидеть сейчас Флэми. Типа дека его увидит. Квест 22 хп, пытается спрятаться. Очень опасное у него положение. Минус Валипоп. Ну, Квест очень много уже работы здесь сделал. Даже если в итоге сейчас оборона будет прорвана, но он уже сделал более чем достаточно. Кир также подключается к этому всему действию, забирает флейми. Ну, так, просто ванвины до конца идут, я не знаю. Уже 10 раз можно было отойти отсюда, там, не знаю, перегруппироваться, как-то что-то другое попытаться сделать, но ванвины не ищут легких путей. Вижу цель. Не вижу препятствий. Четыре два. Есть. Просто трудно сказать, чтобы комментировать, когда на карте происходит просто шок. Перестрелка в мидле заканчивается в итоге тем, что Tricked Esports теряет на ровном месте трех человек. Прайм на Б-пленте, точнее на пленте принимает уже дека. Тут еще два человека есть. И, кстати говоря, он почему-то не чекает. Бомба сейчас будет ставиться, Трэвис может сгореть, а Гоуинг падает, Трэвис, конечно, успевает поставить бомбу, а почему-то Молик залетел не туда, куда нужно. Тем временем квест забирает Волипопа. И теперь Трэвису в Солянова нужно дефить. Слышит? Слышит, сюда квест за минус. А что делал Прайм? А Прайм просто стоял. Решение интересное. Слышно Прайма. Ну, окей. Окей, Прайм перестрелял. А успеет ли зараз дефузить? А, нет, уже не успевает. Я, кстати, думаю, что если бы начал сразу дефузить, может быть, и успел. Даже не знаю. Расскажи историю из жизни. История жизни. В
сожалению, все истории жизни, хорошие или смешные, нельзя рассказывать на стриме. Ну или, по крайней мере, я бы вам их точно не рассказал. Так как мы не настолько близки. Флейми выходит в центр, сразу запекает. Волипоп забирает Кира в размен на Флейми. Айсберг. Посматривает, нет ли кого на рампе. Кстати, Волипопа сейчас могут забрать. Прайм, по идее, может даже его увидеть. Или услышать. Сам заходит смоук. Волипоп ожидает ли... Нет, не ожидал. Прайм в итоге забирает Волипопа, и большинство снова на стороне Tricked Esports. Полетел Молик, полетел Хаешка, Трэвис просто сгорает и взрывается. Гоин, конечно, успевает забрать Айсберга, но этого недостаточно. Времени все меньше и меньше. 25 секунд на таймере. Гловингу нужно все-таки как-то разбираться либо с Ваки, либо отпускать его. Тем временем Дека забирает Квеза. Гловинг, есть информация про Ваки. Может быть, его заберет. Да, забирает Ваки. 15 секунд. И тем временем погибает Прайм. Что произошло? Просто на ровном месте. Вот ничего не предвещало беды для Tricked Esports. Они просто умирают. В этот раз и в этой карте пока что у него не особо хорошо как-то клеится со стрельбой. Очень быстро его разменяли. Пока что размен один в один, плюс девайс в руках у Кира. Дека, они видно уже было Дека. Ай-яй-яй, не обратил внимания. Ой, как не обратил внимания, у него на экране прям появился Айсберг. А сейчас был, сейчас-то слышал. Айсберга должны идти забирать, вообще без шансов. Трэвис сделает этот килл, и в принципе-то и на А можно идти, и на Б, там есть все шансы. Кир зачем-то с ножом бежал в руках, думаю, что здесь никого нет. 7-2. Ну, походу, асфальто-закаточная машинка продолжает ехать по коллективу Tricked Esports, потому что какого-то отпора от них на этом вертиго я, по крайней мере, не вижу. Совсем не клеится и стрельба, и там даже decision making какой-то иногда странноватый у ребят. Флешка, Квест выходит, тыкает, собирает Трэвиса. Ну, кстати, Квест неплохо держит бэкплэн, но иногда его одного недостаточно. Ну, а Ван Вин направляет свою атаку в сторону рампы Апплента. Флэйми. Вес вроде бы может увидеть, когда увидел, куда летит. Значит, есть информация, как минимум. Прайм. Вместе с Айсбергом. Забирает Волинга. Волипоп минусует Айсберга. Нет у него информации, что за стременом кто-то есть. И эта информация... Скорее, отсутствие этой информации оказывается фатальным для него. Не зачекал. Сразу же погибает. Ну что, сделано третий раунд для Tricked Esports, судя по всему, потому что 25 секунд на таймере. Флейми и Дека вдвоем пытаются, конечно, выживать. Молик полетел за цемент, полетел еще и флешка пикать. Выходит из Молика, сразу же погибает от рук Флейми. Дека, 15 секунд, все меньше и меньше. Полетел флешка, Дека пытался выживать, но Флейми
разменял его, есть информация, где находится игрок, 7 секунд, поменяет оружие, пытается Лаки там убить, но без шансов. Забайтил. Забайтил и погиб. В перестрелке 7-3, дорогие друзья. Ну, единственным плюсом я могу сказать по поводу этой Best of 3 серии, это то, что она проходит супер быстро. Прям тут нет такого, как вчера, там, не знаю, на супер поздних таймингах в Entropic против Sprout какие-то раунды там были. В принципе, затяжная Best of 3 была в целом. Здесь же мы видим, что одна команда, что другая согласились на определенный плейстайл и просто идут вперед, невзирая на последствия. Лаки оказывается первой жертвой, Флэми при этом остается 2 хп. Это еще кто из них двух тут Лаки? Ванвин готовится у нас, судя по всему, занимать рампу. Трэвис вместе с Дека начинает подпушивать. Айсберг, 23 хп. Опасно, опасно стоять под краном. Главное не подскользнуться и не полететь камнем вниз. Цемент никого, Трэвис выходит, не чекает ничего. Думал он у подсадки, но в итоге подсадки как таковой не было. Валипоп забирает прайма, 3 на 3 ситуация, проходит дальше Валипоп уже в сайт. Кира бы забрать. Просто на ноге начинает пушить Кира, и все это было слышно. Кира отреагировал, 12 хп, выживает, делает килл. А вот это уже печально. А вот это уже очень и очень печально. Времени в обрез. Как в обрез, его нет просто. 7-4. Ну и Флэми под конец раунда добил Кира. Что по деньгам? А денег нет. Кстати говоря, у Ванвин денег нет. Мы сейчас будем видеть, скорее всего, 2 кабай какой-то. Летят на рампу. Рампы, кстати говоря, уже ждут. Летят в АЕшку сейчас. Взрывает их прайм. Погибает Рейвис, Говинки, Дек вместе с Флэми. Отлетает. Остается только один Валипоп. Хотя и под конец он все-таки делает 2 хороших кильца. Остается только Кир и Кев. Прошу прощения, Квес. Кстати, будь у него побольше хп и девайс на руках, можно было бы что-то придумать. Окей, бомбу поставили. Это значит, что будут дополнительные деньги. Может быть, Валипоп еще кого-то подгрызет под конец. Тоже будет неплохим вариантом. Вот, например, вот таким вот хедшотом. Минус Кир. А времени-то мало. Полетел смоук. Будет садиться на дефуз. Да, просто садится дефузит. Не успел. Пытался Валипоп подобрать ган, чтобы простреливать смоук. Но он даже стрелял не в ту сторону. Не там, где находился оппонент. 7-5. Ну, выход 7-8 первой половины для Фикта Спорта.
Спорт будет не таким уж и плохим. Ничего себе, какой девайс у Флейма. Эффектно. Потеряли двоих, братмин на одного, раскидки не осталось, и теперь что делать, я даже не представляю. Ванвином. Дека эфир. Хотел я сказать, но Дека выживает. Дека выживает на одном хп. Возможно, еще сейчас репикнет и кого-то заберет. Будет, конечно, провал для Tricked Esports. Но 25 секунд. Не так много времени, как бы. Да, Дека забирает еще и прайма. На одном хп просто забирает. А цемент никто не зачекает. А цемент, конечно же, никто чекать не будет. Лаки, минус один, минус два, минус три. Лаки. Нет, не будет дожидаться, чтобы сделать третий килл, потому что квест работает со спины. 7-6. Уже второй раз попадается на эту позицию. Ванвины не чекает ее ничем. Даже, допустим, окей, у них не было ни там ни молика, ничего, чтобы туда забросить, но просто взглянуть глазком, наверное, все-таки стоило. Минус Трэвис. Получает он по голове от Прайма. Пока что пистолет там не особо много шороху наделали. Вот, кстати, в центре Лолипоп сейчас со своим голосом может что-то придумать, но нет. Просто погибает. Калаш дропается в духе флейме. Дека еле-еле там живет на 36 хп, отбрасывает с мопом. Флейми падает, и остался только Гловинг и Дека. Минус Прайм. Минус Лаки, Дека. Два килла уже есть. А можно и третий, а можно и третий. Дека взбирается у нас на ящике, ставится бомба. Смог забирает его, Гловинг забирает, у нас второго забирает третьего, боже, остается один квест, Гловинг 1-1 против квеста. 2-5 ситуация, могут они ее забрать сейчас. Есть смог, возможно будет дефузит. Да, начинает. Ну... Поспешил, мне кажется, поспешил Гловинг. Не понял он вообще, откуда бросился смог, и подумал он, что уже прям там находится оппонент, начал простреливать. И это обернулось, к сожалению, для него печальными последствиями. Но, кстати, после такого бодрого начала я даже не ожидал, что нас будет ожидать. В общем, извиняюсь за тавтологию. Счет 7-7. То есть мне казалось, что здесь ванвины первую половину просто развалят, а во второй будет примерно то же самое, что и на первой карте. Но, как мы видим, Tricked Esports дают бой. Причем такой достаточно таки неплохой. 3-3. Ситуация.
конечно, Квеза. Трэвис добирает его. Дека при этом потерял достаточно много хп, но главное, что выжил. Прайм прячется за электробудкой. А со спины-то уже айсберг пришел. Дека забирает, Прайм тоже падает. Айсберг есть хаешка, полетела хаешка у нас на Трэвиса, только по ему сбрила. Но в итоге ванвины забирает у нас первую половину, дорогие друзья. А пока у нас сейчас будет небольшая пауза, я хочу напомнить, что сейчас идет 206-й день полномасштабного вторжения России в Украину, и Майнкасса вместе с украинским сервисом Донателло собирает средства на помощь вооруженным силам Украины и мирным жителям, пострадавшим в результате войны. Чтобы отправить помощь, переходите по ссылке под трансляцией. Ну, а у нас буквально 2-3 минуты перерыв, и возвращаемся со второй половиной. Итак, дорогие друзья, вторая половина на ваших экранах. Ваны против Tricky Sport, пистолетка. Сейчас очень много решит, кто начнет доминацию во второй половине первой. Ну, по крайней мере, какой-то небольшой буст уверенности. Хватит делать два очень хороших килла. Кир забирает у нас Трэвис, остается только Флейми против пятерых. Что случилось? Посыпались. Просто посыпались. Ванвины. Ой, они просто уходят. Сейвит броник. Сейвит смоук. Не самое плохое решение. Забрать двоих? Нет, нет, только Кирилл успевает минусануть. Прайм в итоге его добивает. 8-8. Неплохо врывается на второй половине Tricky Sports. Ну, а я, дорогие друзья, хочу напомнить, что партнер трансляции киберспортивный букмекер GGBet. Переходите по баннеру под стримом и принимайте участие в турнире. Что там вот как раз коэффициентики у вас на экранах, поэтому... Все лучшее для вас. 3 дигуа, фармган и скаут в руках у ванвинов. Не самый сильный сетап, но будем честны, они в защите, поэтому в принципе и такое может сработать. Против них 2 узишки, 2 галила и калаш. Валипор забирает Прайма, вот и первая жертва, может еще айсберга, ну суд айсберга, будет ли третья жертва, Лаки, да, погибает. Валипор просто фармит киллы, будет еще 4, минус 4, Лаки делает. Ой, прошу прощения, Лаки, Валипор минус 4 оформляет и Флейми добивает вместе с Говиком Квеза. 9-8, что вообще произошло? Валипор машина, вот реально машина, две карты просто шикарно отыгрывает. Не ждет, ждет, на него там просто целая команда несет, все промахивается, Флейми переключается, но Юсп, но уже поздно, Дека пытается хоть как-то это все разменять, но потеряли тиммейта и уже ничего с этим не поделать. Флейми хаешку пробрасывает, спирает там игроки, атаки, Кир падает, Рэвис падает, Прайм падает, снова начинается какой-то непонятный вот 18 плюс контент, потому что реально... Куда ни посмотри, везде какие-то перестрелки, и даже не знаешь, почему они начались, откуда взялись люди. Дорин забирает Лаки, перепрыгивая, но сам погибает вдруг Веза, и очень быстро делается ретейк. 10-8. Ну что, ванвины, походу, почувствовали вкус победы. И теперь должны, по идее, заканчивать это уже
эту же карту в свою пользу, будем честны. Tricked Esports молодцы в любом варианте, но мне кажется, все-таки в атаке будет им потруднее. Минус лес. Минус айсберг. Прайм тоже есть информация о нем. Флэмми просто идет, по сути, пушить. Достаточно агрессивно пикает. Тревис, один против двоих, кстати говоря, там просто по одному хп. А, уносит еще и девайс. Интересно. Кир, 48 хп, прайм, 1 хп. Минус кир. И прайм тоже минус. Ну и единственное, что я хотел бы добавить, это то, что если такими темпами пойдет, то у нас перерыв будет очень солидный. То есть у нас следующая Best of 3 аж в 9 часов вечера. То есть у нас может быть там более чем 2,5 часа перерыва. Минус прайм. Глодинга остается 19 хп. Отправляет хаешку еще и вниз рампы, но она не сильно была эффективна. Айсберг. Получает по голове. Сказал Флэмми, любопытный Варвария. Калаша прострелили. Дека заходит вниз, находит Лаки, пробрасывает Морик, наверное, было зря. Но тут уже Лолипоп, который, в принципе, готов прийти на помощь в любое время, в любом месте. Айсберг уходит 1 на 1 против Лолипопа. Проигрывается эта перестрелка. 12-9. И денег, денег нет, денег нет. 2 кабай, мы видим Тек-9. Что ж за тайминг-то у Дека сегодня? Вообще как-то не те моменты выбирает. В итоге апленд. Защита прорвана, Лолипоп пытается хоть как-то там привлечь на себя внимание. Но ему прилетает Морик. Приходится сейчас его тушить, Лаки падает, бомба сейчас, скорее всего, будет устанавливаться. Да, не успеет ее поставить, Лолипоп начинает проходить дальше, но получает просто в затылок от Айсберга. Большинство на стороне Tricked Esports, погибает Айсберг. Зачем-то пошел куда-то там непонятно обходить, когда можно было просто остаться с коллективом и играть уже вот занятых позиций. Тревис. Чекает Беза. Он-то чекнул, но вот Вес успел чуть пострелять. В итоге Прайм остался один против двоих. Там два каленых. Заберет ли? Да, забирает Флэмми. Один на один против Тревиса. Тревис выходит пикать и выигрывает данную перестрелку. 13-8. Один из последних, возможно, раундов с нормальным баем. Хотя нет. Я только сказать, что у Tricked Esports мало денег, посмотрел на Лаки, но у всех остальных, в принципе, на еще один бай хватит, учитывая лос-бонус. Поэтому... Даже при победе, либо поражении в этом раунде, у них хватит денег на нормальный бай. В этот раз немного
поспокойнее отыгрывают начало раунда Tricky Sports. Три человека под рампой. Флейми чекает мидл. Ну и понемногу начинается выход. Готовится занимать рампу. Не знаю, увидел айсберг или нет. Вроде бы нет. Хотя смотрит. Смотрит он. Ой, боже, что за тайминги? Что за тайминги? Голень выходит минус 2, минус 3 не успевает сделать. Хотя квест был заплэшен. Большинство на стороне сейчас вампиров, но уже сделали минус по лолипопу. Это, кстати, одна из основных боевых единиц. Также падает еще и дека, но со спины приходит. Трэвис забирает Кира, и только лишь квест на 9 хп что-то может придумать. Байтит на установку. Добайтился. 14-8. Ешка летит вниз на айсберга. Минус больше, чем половина хп. Так, с трипл подсадкой или что? Нет, Крис просто соляно будет подсаживаться под деревяху. Но на Б, кстати, достаточно так закрыто играет у нас Трэвис и Флейми. Дает возможность зайти в плент. Да, уже видели айсберга. Полетела последующая раскидка. Летит ответная хае. Минус прайм. Квест падает, айсберг падает. Кир и Дваки остаются вдвоем. Кир минус. Сквозь смоки просто была перестрелка, в итоге почти весь коллектив Tricky Sports погиб. Влад пытается, конечно, воевать, но будем честны, один против пятерых такой у него единица. 15-8, map point, даже serious point сейчас уже у ванвинов. Потому что если они побеждают в этом раунде, то они побеждает в Best of 3 в целом. Так, что у Tricky Sports? Три калаша, два галива. Раскидка, ну, что-то есть. Не максимальное, но что-то есть. Подупили лолипопа. Головинг успевает забрать лишь одного айсберга. Пока что большинство на стороне Tricky Sports. Цемент. Дека выходит, выбирает одного, выберет второго. Заплэшка пытается там что-то настреливать. Ой, как зацепился это за конус. Ой, как неудачно зацепился за этот конус. Пытался уйти из-под огня. И Tricky Sports перетягиваются на Б. А ванвины-то это не читают. На Б никого. Возможно, придется делать ретейк. Я бы даже сказал, нужно делать ретейк. Все-таки ситуация не столь уж плачевна. 2 на 3. Причем 2 фуловых. Если сейчас очень быстро разобраться с таймом, вот так, да, то есть все шансы. Там и раскидка еще осталась какая-никакая. Отличная реакция от Трэвиса. Забирает квест, остаются вдвоем против одного. Кир пытается задефить, но не судьба.
так как у нас побеждает Ван Вирен на второй карте и в целом в этом best of 3 противостояние. Дорогие друзья, поздравляем их с этим. Ну и у нас, судя по всему, сейчас будет очень и очень большой перерыв. А точнее, в 9 вечера у нас начинается следующая best of 3. Это у нас будет Iron Branch против Entropic. Поэтому у нас, по сути, 2 часа 40 минут перерыв. Так что жду вас здесь ровно в 9 часов вечера.